Всем привет, с вами Джежа Гейм, и так как я снимаю обзоры на игры, у меня часто спрашивают, как же устанавливать игры с кэшем на Android 11 и выше, ведь папка Android OBB в новых версиях теперь закрыта, и доступа к ней так просто не получить. Специально для тех людей, кто не знает, отвечаю, просто заходите в Market, скачивайте файловый менеджер Explorer File Manager, который распространяется абсолютно бесплатно, и открываете его. После того, как вы скачали свой кэш, заходите в папку Downloads через этот файловый менеджер, нажимаете на кэш, и у вас открывается папка кэша. Зажимаете ее, выбираете копировать в буфер. Дальше идете по пути Android OBB, зажимаете на папку OBB и в появившемся окне жмете вставить. Приложение может попросить дать дополнительное разрешение. Вы совсем соглашаетесь и даете ему доступ. Все, после этого можно устанавливать ПК и играть в игру. Подписывайтесь на канал и чекайте кучу других обзоров по играм. Буду всем рад.